Ну и в завершении выпуска. В эти выходные синоптики передают наступление настоящей весны. Наконец-то. Потепление ожидается на территории всей европейской части России. Кроме этого, во многих странах мира отметят Международный день смеха. Каждый знает, что 1 апреля принято разыгрывать друзей. По доброй традиции мы, коллектив телеканала ЛРТ, вспомнили самые веселые моменты за прошедший год. Кстати, почти все из них не вошли в сюжеты и программы наших корреспондентов. Вы смотрите первый в новом 2018 году выпуск новостей на телеканале ЛРТ в студии Наталья Григорьева. Надеюсь, все уже не пришли в себя. В эфире ленивые новости. Подобная ситуация была в ноябре. Тогда и я не останавливаю. Малоберцовые кости это называется. Межберцовый синдесмоз. У вас глаза такие красивые, когда вы слышите неясные слова. Сегодня радость случилась. Я держусь за горячий стояк. Простите, очень чесала щека. Тетечки! Такая новость, что отстранили все-таки из-за допинга. Что вы считаете? Я думаю, нет, российский наш, вот это все, спортивный вот мастер, вот все. Приходится самому становиться. Да что такое? С ним можно выполнять прыжки до 10 километров. Блин, да с высоты! Зачем вы снимаете? Машка, не надо меня поливать водой-то, не надо. Привет! Надеюсь, советы профессиональных экспертов. Я всегда хочу вниз смотреть. По скоростному автоманеврированию. Начинающие шумахеры! Ой-ой-ой, я два раза слово сказала, одно и то же. Ну и к другим темам. Очередная встреча жителей с главой прошла в округе Малаховка. Команда ЛРТ, пожалуй, тоже в этом поучаствуем. Он мне дает, и я такая... Еще не снимаем? Давайте вот заново Петр Первый, потому что непонятно, кто он. Петр Первый кто? Нет. Первый государь-император. Вчера был день весеннего равноденствия, или как сказать? Скажи что-нибудь уже. Мы пишем там, тут пишем, там пишем. Футбол, гадбол. Здорово. Нормально пишем мы. Ну вот, все, раздуплился. Есть! Есть! Я! Анна Троян! Сатана! Как ты держался? Как ты держался, Кирюша? А мониторинг вы будете продолжать? Конечно. Где шипит? Все? И причем занятия могли найти себе каждый. Блин, меня толкнула тетка, я вообще все забыла. А скажите, можно ли заразиться СПИДом? Вот все знают, да, половой акт незащищенный. Угу. А оральный секс относится? Конечно. А в завершении выходных отдохнем с актуалочкой. Пожалуйста, не смейся. Будь здорова. Симонова Валентина Николаевна. 58-го года, прабабушка рождения. Его учредила Генеральная ассамблея ООН с целью поддержать. Анна Троян и вся наша команда. Телеканал ЛРТ. Еще больше новостей вы найдете на наших страничках, на официальных сетях. На этом я, Мария Лапычева, с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.